Ее строки озвучивает Дима Билан, Дмитрий Дюжев, Антон Беляев. В Кирове сегодня вновь побывала российская поэтесса Аха Стахова. Видео с ее стихотворениями набирают миллионы просмотров в интернете, а в городах на концертах Аха Стахова собирают полные залы. В Кирове концерт состоялся в театре на Спасской. Как и в прошлый раз, поэтессе понадобилась помощь кировских музыкантов. Ее концерты обычно проходят под живое музыкальное сопровождение. Ирина Астахова – это настоящее имя поэтессы. Привезла свои новые, всем знакомые стихи. С ними она уже объездила весь мир. Аха Стахова успешно гастролирует не только по городам России, но и Европе. Я вот недавно была в Вене, в Таллине. Вот, впереди у меня тур, тоже будет Париж. Вот мне нравится очень этот город, интересно, как это будет там. Недавно Астахова приняла участие в необычном проекте. На 8 марта Дима Билан и Дмитрий Дюжев записали поздравления для женщин в стихах поэтессы. Видео было выложено в интернете и собрало сотни тысяч просмотров. Это был ее первый опыт публичной работы с российскими звездами. Так как я сама девушка, да, я понимаю, что бы хотела услышать женщина на 8 марта, и для меня было нетрудно, и более того, приятно было стать частью и сделать приятное прекрасной половине человечества. Вот, и когда я узнала, что читают такие тоже интересные актеры, вот, я, безусловно, согласилась, и, по-моему, получилось хорошо. Поэтесса Аха Стахова стала собирать целые залы поклонников несколько лет назад. Ее стихи начали читать и смотреть в интернете, и сейчас набирает миллионы просмотров. Астахова, она считается одной из самых популярных поэтесс в России. Собеседник мой прав, нам слова ни к чему. Жизнь все время была в ожидании конца. Но сегодня начало открылось уму. Опыт прошлых ошибок скатился на нет. Оправдание себе я искать перестал. И тем самым нашел миллионы планет в глубине своих глаз, в отражении зеркал.